Ну, сейчас такой период, когда я вот стою. В принципе, я не знаю, что делать, куда идти. Я, ну, буквально все застряла в этом промежутке. Я давно, как я уже говорила, давно мечтала танцевать. У меня сейчас такой путь, но у меня... Понятия не имела, что такое хаос, флотинг. У меня это все было R&B или хип-хоп. У меня было действительно два понятия, что это танцы. Ну и балет и так далее. Но вообще у меня есть какая-то проблема с семьей. У меня сейчас есть шанс как бы все решить, но я боюсь очень сильно. Я вижу, что мы еще долго. Очень хочу, чтобы у нас была одна команда, вот именно команда. Очень хочу выступать в командных батлах. Очень сильно. Don't spend all your time trying to get high. You need to get up, get out and get something. How will you make it if you never even try? You need to get up, get out and get something. 'Cause you and I got to do for you and I don't recall ever graduating at all. Sometimes I feel I'm just a disappointment to y'all. Every day I just lay around and I can't be found. Always asking, give me some, living life like a punk. Times is rough, my auntie got enough problems of her own. Nigga, you supposed to be grown. I agree, I gotta be the man I'm supposed to be. But negative fatigue is all you seem to ever see. Я очень мечтаю танцевать. Честно, даже когда мы разговариваем про тему семьи, я сразу сказала, бедные мои дети, они у меня будут танцевать, хотят они этого или нет, но... Я еду по этому городу с открытым ртом, высокие, я не знаю, новые здания, просто огромнейший город. Даже кажется, это вообще с Питером не сравнится. Мало того, что мне в Питере очень много чего удивляло. Ну, я с маленькой городом. А Сан-Франциско, это, не знаю, очень большой такой город. Вообще, танцами начала заниматься. В школе я увлекалась хореографией, но не было возможности... Не было возможности заниматься дальше. Для меня танец это больше, это вообще все, это тело, это я отдыхаю, душа моя вообще кайфует, я не знаю. Это, даже приходя на тренировки просто, когда я танцую, это все, все, я забываю о всех своих проблемах, просто все. Я есть, я танцую, и я довольна, не знаю, я счастлива. To come after pain, she fights for love. That's her campaign. We fight, we love. We fight for love so much. Sometimes I get confused on who we are. Come on. Maybe if we just stop and chat a bit, we'll find out who we are. Разбираться в этом, что-то увлекаться, смотреть видео, узнавать историю происхождения вообще. Поп-культуры, помочь ее продвижению к
когда ты танцуешь, он должен быть самим собой. Просто не должен танцевать и при этом думать, что вот я хочу быть, как там, я не знаю, Шеннон или Линк и так далее. Он просто должен оставаться самим собой. В какой-то степени он должен вообще быть артистичным просто, потому что на сцене он должен показывать, что люди, когда смотрят, должны смотреть на то, как он танцует, они должны понимать, что он чувствует, что он хочет этим передать. Он должен просто любить, я не знаю, свое дело. Как я уже говорила, он должен быть артистичным, манерным, просто самовыражающим. Но, как я говорила, он должен показывать себя. То, что он танцует, люди должны это понимать. Он должен правильно все это показать. Я посоветую заниматься этим делом, потому что это просто здорово. Не знаю, самое главное, конечно, это усердие. Это очень большой труд вообще начать этим заниматься, чего-то добиться. Надо очень много прикладывать усилий.